Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу легенды 2,5 на 5. Две штуки. Одна на одном участке, другая по соседству, недалеко тут. Вот там. Здесь у нас уклон, да? А я думала, мы на горке. Пока приехали, разложились, начинаем монтировать. Продолжается у нас работа. Начали мы строить вторую теплицу 2,5 на 5. Точно такой же, как первый. Каркас готов. Сейчас будем обшивать стены, крышу. Короче, все по порядку. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию. Начали обшивать стены. Сейчас стены обошьем, поставим переливы, будем крыть крышу. И останутся у нас двери с форточкой. И закрепить основание к земле. Все, каркас теплицы обшили поликарбонатом. Осталось его прокрутить. Установить верхний конек, облицовочные уголки и обшить двери и форточку. Кончился у нас монтаж первой теплицы. Напоминаю, строили сегодня легенду 2,5 на 5. Сейчас пойдем строить еще одну, точно такую же. Двухторцевая дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Каркас из профильной трубы 40 на 40, 40 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 150. Обработан, закреплен. Также имеются диагональные усилители. Имеется коньковая фрамуга на ручке. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная легенда у нас получилась. Закончился у нас монтаж второй теплицы. Легенда 2,5 на 5. Смотрим. Распашная дверь с одной стороны. С другой стороны у нас форточка торцевая. Имеется коньковая фрамуга на ручке. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40, 40 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители. Стоит все на брусе, брус 100 на 150. Пропитан и закреплен к земле. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.